Я думаю, что вам уже знакомо слово «панты». Панты – это вытяжка из молодых рогов маралов, которые добываются весной, в период активного роста, когда они богаты кровью. А кровь марала – это экологически чистый комплекс белков, аминокислот, минералов. Она легко усваивается, не вызывает никаких побочных эффектов и является одним из самых древних народных средств для поддержания красоты и здоровья. Максимально полезное действие оказывают панты алтайского оленя марала. Он взращивается в местах с практически идеальной экологией. Именно их экстракт, пангем, используется для изготовления шампуня. Термин «пантогематоген» вошел в лексикон русского человека не так давно, в начале 90-х годов. И родиной этого слова является Алтай. Но будьте внимательны, не все продукты с пантогематогеном в составе имеют отношение к алтайским маралам. Шампунь с этим натуральным продуктом питает и укрепляет корни волос, стимулирует рост и улучшает структуру. Добавление в состав шампуня натуральных экстрактов шелка и жемчуга усиливает действие пангема. Регулярное применение средства возвращает естественный блеск волос, освежает цвет и делает их более сильными. Благодаря сбалансированному pH шампунь идеально подходит для ежедневного применения. Он защищает волосы от вредного воздействия солнечных лучей, частой сушки феном, от неблагоприятных экологических факторов, что особенно актуально с приближением лета.